это вот остатки древнего города Иераполис. Мы когда-то были здесь. Очень давно лазили там по руинам. Вон парковка на Памуккале. С этой стороны заезжают в основном все местные, потому что туристов подвозят с автобусами, со всем остальным, как говорится, с другой стороны, где совершенно другой паркинг. Здесь кто-то, и тут всего лишь 20 лир с машины за парковку. Вот, и как видите, людей мало, не очень много. Кстати, на улице сейчас 44 градуса. Очень жарко. Здесь очень сухой воздух. Это не такая прям жуткая-жуткая жара, но все равно жуткая. Семнадцать минеральных источников с температурой воды от 35 до 100 градусов ждут посетителей круглый год Памуккале, который, кстати, является культурным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Памуккале находится в юго-западной части Турции, в 60 километрах от города Денизли. Несмотря на то, что Памуккале – круглогодичный курорт, лучшее время для его посещения – конец осени, а также апрель и май. И, как я уже говорила, в июле очень жарко. Как образовалось это чудо? Карбонат кальция, которым богата вода, образует гигантские травертины, то есть каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами, которые формировались долгие столетия. Вообще, самые крупные залежи травертина находятся в Италии. Оттуда и пошел сам термин «травентин», итальянский «травентина», известковый «туф», сказочному месту сказочное имя. Слово «Памуккале» переводится с турецкого как «хлопковый замок». И это не случайно, ведь соседний город Денизли славится производством именно хлопком. Его даже вывозили отсюда в Европу. Здесь же находится так называемый бассейн Клеопатры, где, по легенде, в нем черпала красоту и молодость сама египетская царица. Если вы гуляете по территории бассейна, то плата не взимает. Ну а если вы хотите искупаться в бассейне, то нужно заплатить 130 турецких лир. Посмотрите на день просмотра видео, цена может быть другая. И вот мы с вами в прекрасной Алании. Это курортный город в центральной части Среднеземноморского побережья Турции. Его еще часто называют турецкой ривьерой. Город славится своими окруженными отелями, широкими пляжами, среди которых пляж Клеопатры. По легенде, здесь купалась сама Клеопатра со своим возлюбленным Марком Антонием, а мягкий золотистый песок был привезен прямо из Египта. Этот пляж расположен к западу от крепости Алани и имеет протяженность около 2 километра. Многие пляжи Алани имеют престиж голубой флаг. Лучшее время, чтобы приехать в Аланию, период с мая по октябрь. Но скажу, что мы были еще и в декабре здесь, и здесь тоже прекрасно. Я даже купалась. А сейчас мы идем на базар. Это такой базар, который приезжают, с ночи расставляются и на следующий день торгуют. Там все, и продукты, и вещи. Он один раз в неделю вот так по городам курсирует, каждый день они в новом городе. Это как бы самое известное и развлечение для туристов, и, конечно, бизнес для местных. Пойдем посмотрим.
Этот пляж наш самый любимый. Здесь все удобно. Ну, во-первых, тут не так много народу. А во-вторых, тут ты можешь подъехать прям машиной на пляж. Единственное, ты заплатишь небольшой, по-моему, там 40 лир или 50 лир турецких за въезд. Но это вообще копейки. Ты въезжаешь, у тебя машина под боком. Там хороший туалет, хорошие душевые кабинки, умывальник. Притом умывальник и как в туалете в душевых, и умывальник прям на пляже, там на территории. Во-вторых, ты прямо на пляже можешь покупаться. Если не хочешь идти подниматься наверх в душевую, то можно прямо там сполоснуться и переодеться. Там же есть переодевалки. Во-вторых, если ты проголодался, ты можешь взять свои продукты, там есть мангал, ты можешь сделать барбекю. Вот. Также там кемпинг, можно оставаться с ночевкой. Очень много местного населения, которые там хорошо так основательно обустраиваются и проводят, я так думаю, не одну неделю. Но, тем не менее, ты не находишься друг у друга на голове. У тебя есть место, где ты можешь полежать, посидеть, походить. А также там интересные камни и морское дно. То есть очень классно нырять с маской. Вообще, это действительно наш самый любимый пляж. Мы на нем проводили все наши вечера. Практически до заката. Потому что, ну, во-первых, мы не выходили раньше 5 вечера вообще на улицу. И как раз к этому времени, да, мы подъезжали. Было самое приятное время для того, чтобы и поплавать, и полежать, и подышать. А потом мы, конечно, ехали уже домой ужинать. Так что всем советую именно этот пляж. В 64 километрах от центра Алани расположен потрясающий античный город Сиде. Это популярный семейный курорт на побережье Средиземного моря с впечатляющими греческими и римскими руинами, который в древности был одним из главных городов и портов Памфилии. Сиде полон реликвий прошлого, которые признаны одними из самых важных руин на территории Малой Азии. Город имеет древнюю богатую историю, помня еще времена Александра Македонского, древних греков и римлян. Особенно потрясающим является античный старый город, где среди внушительных древних развалин расположены отели, рестораны, магазины, создающие интересный идеальный контраст с бирюзовым морем и золотым песком. Лучшее время для посещения – это период с мая по сентябрь, но самая комфортная погода для пляжного отдыха – в июне и сентябре, когда не так жарко. Мы были в июле, и это было ужасно жарко. Мы раньше 5 вечера старались вообще на улицу не выходить. Сиде был основан греческими переселенцами в 7 веке до нашей эры. Интересный факт, что греки здесь встретили коренных переселенцев, которые говорили на языке, названном сидецким. С анатолийского диалекта название города переводится как «гранат». Сиде быстро стал одним из важнейших городов Памфилии и крупным портом. Храмы Аполлона и Афины, наверное, здесь самые известные достопримечательности. Эти античные постройки были возведены во 2 веке нашей эры и расположены у самого моря на вершине полуострова, образуя единый архитектурный ансамбль. К сожалению, до нашего времени от храмов остались только лишь части колонн и фасада. Если побродить по окрестностям, то можно увидеть несколько интересных руин. Храм Аполлона стоит на площади, обозначающей конец колонной дороги древнего города. Эти руины с фрагментами белых мраморных колонн являются одной из самых примечательных жемчужин античного Сиде и особенно красивы на закате. Считается, что храм был построен у входа в бухту для того, чтобы внушать страх, что город защищен самими богами.
История Алании очень глубока. Она была заселена еще в глубокой древности и благодаря своему выгодному положению являлась предметом интереса государств Птолемеев, Селевкидов, Римской, Византийской и Османской империй. Несмотря на то, что Алания была основана более 2000 лет назад, и здесь жили греки, римляне, византийцы, почти все самые известные достопримечательности города были построены в средневековье сельджуками. Сельджукская крепость – одна из главных достопримечательностей Алании, настоящий символ курорта. Мы сюда приходили несколько раз, а еще по дороге наверх крепости там очень много местных маленьких кафешечек, где очень вкусно готовят. Прям такие семейные, домашние и совсем недорого. А подкрепиться вам, скорее всего, придется обязательно, потому что на изучение крепости можно потратить несколько часов. И неудивительно, ведь это одно из крупнейших сохранившихся сооружений сельджуков. Кстати, добраться в крепость можно по канатной дороге. Отправная точка, которая находится у пляжа Дамлаташ. Это будет фантастический опыт. Конечно, можно подняться и на машине. Также очень живописна восточная часть замка, где стены спускаются к самому морю Красной башни. Красная башня является продолжением крепостных укреплений Алании. Внутри есть экспонаты, посвященные ее истории. Но самое интересное здесь открывается при подъеме на крышу, откуда открывается великолепный вид на гавань. А живописная тропинка от Красной башни вдоль оригинальных крепостных стен гавани приведет к единственному оставшемуся в Турции образцу верфи сельджукской эпохи. Далее тропа продолжается на короткий отрезок вдоль береговой линии к небольшому зданию сторожевой башни, также времен сельджуков. А еще очень рекомендую посетить пещеру Дамлаташ. Она представляет собой природное образование возрастом 15 тысяч лет. Является одной из загадочных красот Алании. Она расположена в самом центре города и завораживает очень впечатляющими сталактитами и сталагмитами. Археологический музей, древняя мечеть Сулеймания, верфь и еще много чего интересного можно посетить в Алании. Но скучать вам точно не придется. Ну и, конечно же, море и пляжи. В древности Алания когда-то была пиратской гаванью, которую уничтожили легионеры Рима. В наши дни пиратские лодки в гавани напоминают об этих давно минувших временах, но ныне является популярным туристическим аттракционом. Морская прогулка по живописному побережью точно разнообразит любой отдых. А наблюдать с пляжа или с высоты крепости вы можете тысячи и тысячи этих пиратских лодок. Несомненно, Алания – отличное место для шопинга. Магазины ювелирных изделий, кожа, обуви, сумки, турецкие сладости, ковры, а также огромное количество реплик известных брендов. Мой вам совет. В частных магазинах стоит торговаться. Еще и как. И часто цена товара завышена вдвое, и продавцы ждут этого. Им это в радость. А сладости различные брать лучше на развес, предварительно попробовав. Потому что часто красивые большие коробки совершенно не гарантируют качество и размер содержимого. Отдельное слово стоит сказать о турецкой кухне. Она пестрит всевозможными блюдами с уникальными вкусами, способна вызвать аппетит даже у самого привередливого гурмана. Изобилие яств, рецептур из морепродуктов, овощей, сладостей, выпечка на любой вкус каждый год завоевывают сердца, а скорее сказать желудки, оказавшихся в Турции путешественников, но и наших в том числе. Более подробно о турецкой кухне я рассказываю на своем канале Helen's Kitchen Story. Турки всегда заканчивают свою трапезу различными сладостями и чаем. Считается, что сладости придают особую энергию и хорошее настроение на весь день. Наверное, именно поэтому в Турции туристов окружают сладости повсюду, а местные жители предлагают отведать непременно какой-нибудь десерт. Так, в Турции мы полюбили один десерт. Это кюнефе. Это такая турецкая сладость с интересными ингредиентами, которые гармонично дополняют друг друга, создавая удивительное блюдо, не похожее на другие. Готовят его специально из нитевидного теста, между слоями которого кладут несоленый сыр и поливают его очень сладким сиропом. А подают его сверху политым горячим сиропом, посыпанными орешками и с кусочком мороженого. От этого хрустящего горячего теста с сыром, пропитанного сладким сиропом, просто невозможно оторваться. Мы были в Турции не раз, и каждый раз открывается эта страна снова неизведанной интересной стороны. Она манит и манит, и мы любим ее нежное тепло, как и сам климат. Желаю вам обязательно приехать в солнечную Турцию и получить свой великолепный, незабываемый, сказочный опыт.